Всем привет! Очередное мое видео. В этот раз я сконструировал вот такой небольшой тахометр. Данная плата у нас уже была в предыдущих видео, где я управлял с помощью шин данным электродвигателем. Теперь я пошел дальше и сконструировал тоже управление шин плюс еще тахометр. Тахометр у нас измеряет обороты в секунды. Измерение происходит у нас следующим образом. Сзади у нас прикреплен вот такой вот диск с прорезями, 8 прорезей. Поэтому у нас наоборот получается разрешение 1 деленное на 8. Это получается 0,125, 0,125 оборот получается. С таким разрешением он может считать. Я не знаю, видно вам нет, но вот здесь есть точечка. Единица – это полный оборот. И 6,5, и вот 6,5,3 – это у нас уже получается деленное на 8. Это получается. Так, 6 – это получается. Ну, вот так вот получается. Где-то сами поделите, вычислите. Как реализовано все это? Реализовано это с помощью оптического прерывателя. Вот он сзади приздел. И диск. Диск крутится. Происходит прерывание на каждой прорези. Контроллер считывает. И еще срабатывает у него каждая секунда прерывания. Где в этом прерывании он... Все эти подсчеты вычисляет для отображения, отсылает на отображение и сбрасывает счетчик. И повторяет, каждую секунду все это повторяется. Также можно управлять с помощью кнопочек. Так, а функции все управления шин также они остались. Вот сейчас у нас показывает 17-16 оборотов в секунду. Давайте увеличим. Теперь у нас 27 оборотов в секунду. И максимальная... Максимально 48 оборотов в секунду. Да, и опять же, у меня, если смотрите это видео, то уже готова статья. Ссылка будет, как обычно, внизу. Проходите и читайте, если кто захочет сконструировать данный тахометр и еще плюс управление. Полностью программа и описание, как обычно, у меня все находится в статье. Так что проходите, смотрите, кому будет необходимо, делайте. Ну вот так вот. Так, сейчас минимально сделаю, сколько он сможет крутить. Вот у нас один оборот в секунду получается. Сейчас 1,5 оборотов в секунду. Ну, где-то так и есть. Так что проходим, читаем мою статью. Ставим лайки, кому понравился. И подписывайтесь на канал. Все, до свидания.